этом тяжелом состоянии. И тоже позвали уже родственников, чтобы попрощаться. Но уже вчера он уже махал руками, он уже смотрит, он уже всех узнает. Врачи говорят, но у него же 3 миллиона инфекций. Я говорю, даже если у него будет 100 миллионов инфекций, 2 недели назад вы сказали попрощаться. Они говорят, мы не понимаем, что происходит. Я говорю, ну вам не надо понимать, делайте свою работу. А Господь сделает свое чудо. Есть Господь. И если человек ставит точку, Бог после этой точки ставит запятую. Понимаете? То есть если человек ставит точку, то Бог после точки ставит запятую. А точка с запятой – это не конец предложения. Это продолжение жизни, но уже в новом формате. То есть, если я, насколько я помню филологически эти вещи, что после точки запятой – это то же самое предложение, но уже там можно написать по-другому. Так что Бог обязательно после точки поставит запятую и напишет свой диагноз. И напишет свою судьбу. И напишет то, что ему угодно. И сделает то, что в его силах. Пока, я всегда говорю, я Кате говорил, я вам всем говорю. Пока есть дыхание жизни в вашем рту или роте, или как-то. Речевом аппарате. Речевом устах. Пока есть дыхание в ваших устах, в вашем носу, там чем еще можно дышать? Легкими надежда не потеряна. Даже если все скажут. Точка, помните, Бог всегда поставит запятую. Аминь. Потому что Библия говорит, что Бог своей славы не отдаст никому. Аминь. Бог своей славы не отдаст никому. Ни доктору, ни пастору, никому. Это его участь. Его участь давать жизнь или забирать жизнь, его участь исцелять или допускать какие-то вещи в жизни человека. Да? То есть, если человек не соглашается с этим в госпиталь, то Бог сделает так, что ему побежит в госпиталь. Понимаете? То есть, он побежит туда. И он увидит Божью руку, Божью славу. Почему? Потому что мы стоим в проломе за свои семьи, за своих людей, за своих соседей. И до тех пор, пока еще мы стоим в проломе, до тех пор, пока Иисус, а Он в вечности, стоит в ходатайстве за каждого из нас, дьявол посрамлен. Он не имеет власти больше ни на одну судьбу. Он поражен. Он использует людей. А вот так вот, я присутствовал на этом общении, и доктор там прямо прямым текстом, все. А Катя сидит и говорит, но я не верю в это. Она говорит, пускай этот человек выйдет. А Катя говорит, нет, это мой пастор, это пастор моего мужа. Муж, он молился вместе с этим человеком, он не может уйти. А этот доктор, если смотрю, ее аж коробят. Если бы я хорошо говорил по-английски, я бы ей сказал, идите, делайте свою работу. Вы же не психолог. Ваша задача лечить людей, а не убивать людей. Вот. То есть Господь, Он сделает чудо. И я верю, что этот еще Володя, Катя заключила завет. И она сказала, что ты об этом говорил. Она заключила с Богом завет. Что как только он встанет на ноги, мало того, что он придет в церковь, и они еще вдвоем пойдут в водное крещение принимать. Аминь. А такие заветы Бог выполняет. Аллилуйя. Так что слава Богу.